Я рада приветствовать вас на своей кухне. Сегодня я собралась варить постный борщ с фасолью. Обычно я его варю из рыбной консервы, но она мне сегодня очень подвела. Открываю я баночку, а там вот такая вот жижа. В морозилке у меня лежала скумбрия. Я ее разморозила и хочу попробовать с ней сварить борщ. На скорую руку моя мама всегда варила такой борщ из скумбрии в томате. Я заранее отварила фасоль. У меня на канале есть видео, как быстро сварить фасоль без замачивания на ночь. Ссылочку я оставлю в описании. Залог успеха любого борща – правильно приготовленная поджарка. И для этого борща мне нужно нарезать лук, морковь и свеклу. Обжарить это все на растительном масле. В разогретое масло я перекладываю лук, а также морковь. Слегка обжариваю. Пока обжариваются наши овощи, мне нужно отделить филе от скумбрии. Когда лук с морковью подзолотились, я перекладываю сюда же свеклу. Когда свекла немножко обжарится, я добавляю томатную пасту, кипяток. А также специи: лавровый лист, душистый перец и черный горошек. Немного сахара и соли по вкусу. И даю протушиться несколько минут. Теперь я перекладываю в горячую воду вареную заранее фасоль. Также можно использовать любую баночную. Теперь мне нужно порезать филе на мелкие кусочки и обжарить на растительном масле, обвалять в муке. Добавляю немножко соли. Рыбка подзолотилась с одной стороны. Теперь я ее переворачиваю. Отрубленную рыбу я перекладываю в нашей поджарке. Нам ведь надо, чтобы она была похожа на консерву. В воду с фасолью я опускаю картофель. Теперь даю ему закипеть. Пускаю капусту и варим до готовности картофеля. Овощи наши подварились. Теперь можно перекладывать зажарку вместе с рыбой. Доводим наш борщ до кипения. Провариваем пару минут. Добавляем любимые специи. У меня молотый кориандр. А также щепотку лимонной кислоты. Если есть у вас лимон, можно выдавить туда сок. Теперь пробуем на соль, на кислотность. Теперь я высыпаю сюда смесь зелени. Укроп у меня замороженный. Отключаю огонь и даю настояться борщу. Борщ настоялся. Вынимаем лавровый лист. По вкусу он получился именно такой, как я хотела. Рыба не разварилась. В моей семье такой борщ очень любят летом. Холодным. Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте приготовить такой борщ вместе со мной. Подавайте его со свежим хлебом, со сметаной. Порадуйте своих близких. И приятного всем аппетита!